Так, вы посмотрите, что за дегустация нам тут устроила. Лицо будет чистое, кожа будет прекрасная. Потому что она не будет... Как вы будете прекрасны, да? Рассказывайте, что тут сегодня у нас. Можно все попробовать, да? Сегодня представлен здесь у нас хлеб. Это наша продукция, наша хлебопекарня. Это можно заказать все домой. Без глютена, без дрожжей. Да. А тортик? Тортик кокосовый тарт на основе растительного сыра тофу. Обалдеть. Десерт тыква, чизкейк наш известный. Ой. На основе нашего сыра чевр. Он уже немножко постоял. И в конце дегустации. И сыры, да, какие. Да, сыры тоже делаем все сами. Сыры безлактозные. Без лактозы. Да. Это у нас коровьи сыры здесь представлены. Гауда и телезита. Я уже знаю все эти названия. Без лактозы, без всего. И том. Я прям бежала на обед, потому что осталась без завтрака и так проголодалась. Сдала все анализы крови и УЗИ. Вечером у меня, вечером у меня еще тоже анализы для посещения дерматолога, чтобы посмотрели кожу, родинки, все-все-все. Но у меня еще и приятности будут вечером. Там какая-то процедурка на тело и косметолог. Сейчас я пришла на обед долгожданный, а после обеда был долгожданный сон. Смотрите, это второе, это рыбка у меня. Это не картошка, это сельдерей. Ты поел? Вкусно было? Да, я уже все съел. А что делаешь? Я нашел здесь меню, оказывается, здесь можно заказать. В смысле меню? Ну, газеты, домашние тосты. В смысле? А так можно было? Ты голодный здесь остаешься, реально голодный. В смысле? Аж подожди, есть такая... А почему вчера, когда я сказал, принесите мне еще один салатик, они мне сказали, что нету. Смотри, домашняя кулинария. Лосось слабого фасола, ветчина из индейки. Это все можно дозаказать? Да. За дополнительную плату, да? Да. Зачем ты мне... про это сказал. Я голодный. Ну что за красота на мне? Ну что это за милота? Мягкий, приятный, тепленький, свайпик. Спасибо, Олечка, очень классно. Так, из одежды. Из одежды нужно брать спортивные костюмы, пижамки. Вообще в Вербе все перемещаются в основном в халатиках, которые здесь выдают, в тапочках. Ну и теплую одежду, если вы хотите гулять. У меня все расписано по минутам. Намечается вечерняя прогулка, но вот сейчас я думала, что мне удастся еще отдохнуть.
но менеджер позвонил, сказал, что в 6 процедуры. Я уже успела сходить к дерматологу, все посмотрела, всю кожу. Сейчас иду к косметологу. У нас ужин в ресторане. Больше ничего нет? У меня котлетки, у тебя печун. Ой, а можно вот это вот? Наоборот? Я просто... У тебя курочка. А, это мне нужно, это полезно. Свекла и курочка. Попросил меня, девушка, я тебе не в общем, у нас 30... Так, ну я тут немножко уже подъела. В общем, верби на ужин у нас что? Грудка куриная, вареная. Это пюрешечка из какого-нибудь брокколи, я думаю. И свекла. Все. Очень полезно. Кстати, вкусно достаточно. Но больше ничего не приносит. Что бы мы ни просили, больше ничего не приносит. Так, я пришла делать забор крови для процедурки Regen Lab Plus. В прошлом году я делала эту процедурку, в этом году тоже делала. И мне очень понравилось. Вот хотим повторить. Это плазма лифтинг, правильно, да? Для лица. Это плазмотерапия. Так, плазмотерапия для личика. Так, я сделала... Regen Lab плазма лифтинг королевский набор. Что у нас после процедурки? Только небольшие покраснения. Ну, тут у меня маленький прыщик был. Муж и жена одна стена, как говорится. Никаких отеков. Личико гладенькое, так что процедура немножко, конечно, болезненная, но что она делает? Улучшает структуру кожи. Первое. Второе. Уменьшает воспаленность. Сужает сосудики. Ну, то есть, работает на улучшение структуры. И вообще, косметолог мне сегодня сказала, ты молодая, красивая девочка. Девочка. Почему она Идет сейчас женский стендап по ТНТ. Очень смешно, девчонки шутят. ТНТ смотрю. Жду Дом 2. И все, я уже вот в пижамочке. Каждый день приносят новые тапочки. Пижамка своя, из дома. Так что с собой, как я говорила, ничего с собой брать не нужно. Смотрите, личико уже, да, успокоилась. Надеюсь, что завтра вообще отеков не будет никаких. Всем спокойной ночи. Мамочка будет довольна. Доченька в 10:30 уже постельный режим. На самом деле, конечно, это так важно. Высыпаться. И если ты ложишься в 11 до 12, то тебе достаточно действительно 5-6 часов. Ну, это в идеале 8, но да так... Не бывает, конечно, очень бы хотелось прийти когда-нибудь к такому графику, но это будет не скоро, потому что мы в мегаполисе живем вечно, как белки в колесе. И вот завтра у меня последний денечек, я вот честно хочу сказать, что я бы реально сюда приехала в следующий раз не экспресс чекап, а вот в следующий раз бы я приехала дней на 5. Чтобы еще не только ходить и анализы сдавать, но еще привести сон в порядок, кишечник, потому что здесь правильное питание. Причем, вы знаете, тут так все размеренно, никто не торопится, народу очень мало. Но, тем не менее, тебе кажется сначала, боже, а что ты будешь здесь делать одна? Но потом, по итогу, получается, что весь график расписан, тебе скучать не приходится, потому что у тебя постоянно какие-то анализы, встречи с врачами, дерматологи, гинекологи. Для мужчин, конечно, все другое.
и так далее, и массажики, и всегда есть возможность сходить в спа. Спа абсолютно бесплатно для всех, и хаманы, и сауны, и все. И на это уже даже не остается времени. Поэтому тут все так устроено, что день пролетает незаметно. И вот уже 10:40, почти 11, а завтра мне уже с утра вставать на процедурке. Так что я очень довольна, что я нашла вербу и буду к вам возвращаться вновь и вновь. Массажик. Любимый массажик. На моих глазах сегодня с утра погода поменялась несколько раз. Утром было яркое солнце, потом было очень... Ой, я не туда приехала. Мне на третий этаж надо. Потом, значит, было пасмурно, и вот сейчас опять, смотрите, какая погода хорошая. When I popped off, then you go gave me. Ты не задали, значит, от души. Так же, как и чувства, так же, как и ты, ты. Память, что ты делаешь, так глупо мысли, дура, каламбуром в голове, а там как будет. Бай-бай, вербу мою. Спасибо большое. Так хочется у вас остаться, если честно, но работа ждет. Погодка какая хорошая. Помимо чекапа, процедурочек, но самое главное чекап, я еще купила очень вкусных продуктов домой. Хлеб полезный, сыр без лактозы. В общем, конечно, хотелось бы еще остаться на подольше, чтобы уже полностью восстановить организм, сон, но сами знаете, жизнь артистов какая. Работать кто-то должен в этой стране. Локсика, был день рождения вчера. Поздравляю тебя, моя девочка. Будь счастлива, здорова, любимая, желанная. Спасибо тебе за красивейшие укладки в мире. С днем рождения, наша красотка. Ну что, трехдневный отказ от косметики. Я вас, наверное, замучила сторисом без макияжа, хотя многие мне пишут, что без мейка мне хорошо. Но как бы мне не было хорошо без мейка, все-таки, когда есть хотя бы легкий макияж, все равно лучше, да? Я на работе, пью чай с лимоном, много воды, ручки мою, антисептиком обрабатываю. Мазь в эфирон, в носик, все делаю и иду работать. Тепло одеваюсь и иду работать. Вот такой у меня план на вечер. Сейчас появилось много свободного времени, и если у вас оно есть, забегайте на страничку Ольга Бузова Дизайн и смотрите, какие классные есть футболки, свитшоты для вас, мои девчульчики. Ну и мальчишки тоже. Приезжаю я на студию, и меня кто встречает? Ну, скучал по девочке с ней. Я думала, дома. Что надо, там где-то лечится все дома. Дома. Я думала, дома. Встает она здесь, да? А я прихожу, и стоит мой... Можно говорить, что ты у меня держан, да? Стоит мой любимый. Спасибо. Как теперь заниматься? Как репетировать? Смотрите, все, чтобы наоборот с настроением все было. Чтобы с настроением репетировать и хиты писать, и вообще, чтобы все было офигенно. Да, муж и жена одна становишься. Да. Это я в тебя влюбился. А я в тебя.
Спасибо. Какая красота! Вообще просто. Как полезно иногда уезжать на пару дней из дома, да? Это кто такой? Кто ты такой красивый? Кто это? Челси такая вкусная, такая красивая. Проснулась, я разбудилась. Девушка, она спала, такую маленькую пушлёнок на плечико мне голову положила. Да. И сопела еще. Сопела такая, да? Сладкий такой. Это кто такой красивый? Кто здесь улегся, а? Кто, чья лапка? Чья лапка такая, малечка? Все дома. Наконец-то. Все дома. Это кто тут такой лежит? Такой маленький такой, красивый такой, моя девочка. Кто там? Кто там? Стой. Сейчас пойду я. Я тут улеглась, мне тут хорошо. Ну, позови ее, пойдет? Ну, иди сюда. Да, конечно, не пойдет. Сколько времени не шла, и тут пойдет, да? Королева. Сюда иди. Это ты хочешь, сам иди. Сюда иди, я говорю. Сюда иди. Иди сюда, я тебя поцелую. Кушать будешь? Кушать. Да только что поели. Да кушать. Сейчас встань, смотри. Кушать. Пока не положишь, не пойду. Смотри, сейчас. Надо на руку.